Всем привет! Уже скоро Новый год, и я заказал детский девчачий пуховичок на подарок. По сравнению с нашими ценами, можно сказать, что стоит очень дешево, и долетела посылка до меня за 3 недели. Посылка пришла достаточно объемная, это уже хороший признак, значит, там есть что носить, она должна быть теплая. Упакована достаточно обычно, внутри просто лежит пакет и сама курточка. Пока я ее достаю, уже чувствуется, что она мягенькая, дутенькая такая, достаточно плотная, то есть видно, что будет тепло в этом пуховичке. Внутри отдельно еще лежит такая брошечка, можете ее куда хотите прицепить. В описании продавца на фотках она прикреплена там внизу. Мех, конечно, такой прибитый немножечко, но я думаю, он расправится, распушится и будет выглядеть куда презентабельнее. Рукавчики на резиночке, плотненькие, хорошие. Подкладка мне тоже очень нравится, такая баечка толстенькая достаточно. С обратной стороны тут еще украшена бабочкой сзади внизу. И на воротнике вокруг капюшона такое кружево пришито, тоже достаточно симпатично. Еще одна особенность этого пуховичка, это то, что здесь не очень распространенные пуговки. Вот такие грибовидные. Я, может, и ошибаюсь, но я такие пуговицы редко где очень встречаю. Поэтому и опыта расстегивания, застегивания таких пуговиц у меня мало, и мне вот неудобно. Бубончики спрятаны внутрь куртки, чтобы они не стали такими же, как и мех. Мягенькие бубоны. Обратите внимание на рукавчики, здесь даже вшита своя подкладка, тоже достаточно красивая. В общем, курточка очень хорошая, я никаких косяков здесь не нашел, мне все нравится в ней. Размер также совпадает с заказанным, и видно, что совпадает с реальным размером, то есть она должна подойти. Так что вдруг, если надумаете брать эту курточку, то у этого продавца можно смело ее заказывать. Качество, можно сказать, более чем, хорошее качество. И цена очень приятная для такой куртки. Напоследок посмотрим на пуховичок с обратной стороны. Здесь, как я говорил уже, вот приклеена бабочка такая. Именно приклеена. Это, наверное, единственное слабое место у этого пуховичка. Кружево немножечко примятое, но целое и без дырок. В общем, сзади все в порядке. Еще один момент, на который обращу ваше внимание, это вот эти вот тесемочки, на которые пришиты бубончики. Ну вот они мне тоже как-то не очень нравятся. Тут, наверное, обычная атласная лента какая-то пришита. Ненадежные шнурочки, я думаю. Хотя я могу ошибаться. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь и не пропустите новые видео с распаковками.